Привет всем! Хочу вам сегодня показать, как готовить отводки к зиме. Отводки – это когда вы сделали пакет, купили пакет или сделали отводок. Это отводок, готовится к зиме. Если он потом вырос до состояния семьи, это все равно не семья, это отводок, потому что он не зимовал. Значит, я вам покажу сейчас, в каком состоянии приблизительно должен быть отводок, который идет к зиме. Здесь они начали закачивать мед. Здесь они начали строить. Здесь матка уже посеяла, они запечатали. Я матку нашла и пометила. Вот смотрите, вот такие рамки, да? Вот что было видно. Вот такие рамки, смотрите. Примерно, да? Получается, что минимум отводок, да, должен, когда вы проверите рамки, у вас должна быть матка и должен быть запечатанный минимум 2-3. Вот смотрите, здесь запечатано, здесь. И у нас сегодня 31 июля. Если на 31 июля до 1 августа у вас силы нету отводка, это второй корпус. Здесь она тоже посеяла. И тут они начали заливать мед. Я им ставила второй корпус. Видите, это тоже медовые рамки. Значит, что я делаю? Матка у меня внизу. Здесь она посеяла. И здесь медовые рамки. Я их уберу и завтра принесу ей пустые рамки, чтобы она начала сеять в них. Потому что отводок готовится для зимы. Если там мало пчел, если они у вас не отводок не обсиживает весь... Ну, у меня орут, да? Если у вас дадан, пусть будет дадан. Если у вас не обсиживает отводок весь корпус, ни в коем случае не отправляйте его в зиму. Он у вас не перезимует. Потому что я же смотрю ваши видео. Вот эта горсточка пчелы летом, весной. Почему? Потому что слабый отводок. Это не семья, это отводок. Еще раз заостряю внимание. Семья это, которая зимовала. Вот другая пасека. У меня зимовалые пчелы. Это семьи, это отводки. Вот смотрите, я прошла все отводки. Пишу. Здесь она вот тут уже залила мед, здесь заливает мед, матки негде сеять, а ей надо готовить пчелу. Я не заостряю в этом году внимание на меде, надо поднять пчел. Значит, я забираю медовые рамки, 2-3 там, скачаю и поставлю ей для засева. И я везде уже ставлю решетку, видите, матка внизу, решетка и вот эти медовые рамки сверху, как только оттуда выйдет расплод, они их немножко запечатают, я их скачиваю, потому что... Они пойдут на 8 рамках в зиму, на моих корпусах. Вот смотрите, вот я прошла сейчас всю пасеку и везде написала, взять с медом, поставить рамку. Здесь взять, здесь взять, здесь взять, здесь есть расплод, нет матки. Все, у меня уже под подозрением, если завтра я не нахожу... А кто там опять орет? Если завтра я не нахожу матку... Это надо перевернуть литочек, не в ту сторону поставила... Если я не нахожу завтра матку, я их объединяю. Ни в коем случае. Я вам советую, не выводите матки в августе. У вас семья, этот отводок просядет. Это будет ни туда, ни сюда. Но вот, по-моему, это олень орет. Сейчас послушаю. Вот. Вот, смотрите. Вот здесь я тоже, смотрите. Взять. Все, здесь матку для рассед, тут тоже, видите, все, вот здесь у меня матка под подозрением на трутовку. Все, я ее уберу, я ее объединю, стряхну или что-то сделаю. Лучше я их стряхну, рамки с медом забираю, все, это у меня уже идет на выбраковку. Вы 31 июля выбраковываете все свои отводки. Вот если они еще не стали трутовками, объединяйте. Если они становятся трутовками, выкидывайте. Вот здесь матка хорошая, но пчелы мало, мало сеет. Поэтому вот здесь
это у меня семья, которую я вам начала показывать, слабая семья была. Что с ней было? Это там упал ветер, они вывели матку сами, да, я их сюда привела, матка у них желтая. И она еще, по-моему, не сеет. Даже если она сеет, она мне не нравится, я не хочу желтой матки. И уже поздно, слишком поздно. Семья тут он у меня, я сейчас ее еще не смотрела даже. Она сидит на двух корпусах, смотрите, она сильная, она натащила мне почти два корпуса меда, да. Что я сделаю? Я поймаю матку, уберу эту матку туда, у меня там для эксперимента есть трутовка, которую я выправляю, просто балуюсь. Я вам показываю, да, как этот, с трутовками, видео сниму. Я вот ту, которая матка какая-то странная, ну не странная, вот эта слабая в красном корпусе, да, я матку заключу в колпачок. Она у меня будет сидеть, а этих всех пчел я перенесу туда. Все, я их объединяю. Пускай у меня будет на 3 отводка меньше, но мне не нужны слабые. Я все проверила, все. Вот, из всех отводков, которые я сделала в этом году, это мне не нравится. Это семью я привозила. Это немножко слабо, я ее усилю. Это какая-то стала трутовка. А вот здесь в одной я не нашла матку. Вот я где-то написала, найти матку. Вот, найти матку. Все. Вот 3 отводка. У меня не всего числа, а все отводки, из которых к 20 июля матки засеяли, начали сеять. Вот эти вот все матки 20 июля начали матки сеять. Все. Вот эти у меня отводки, я их контролирую, и они пойдут у меня в зиму. Вот сейчас я делаю ревизию, все, и начинаю их выбраковывать. Не ставлю на маленький корпус, потом эти два этих, как их, утеплителя, да, эти заставные, что-то там в подвал заносить, ничего подобного. Делайте одну из двух, одну сильную, даже из 3 одну сильную, берите самую сильную матку. Чем вы сделаете эти 7 шапок, и они у вас погибнут, а погибнут они 100%. Вот. Так что вот я вам говорю, как, значит, мы готовим отводки. Выбраковываем, соединяем. Даже если у вас одна семья, один отводок, и он слабый, соединяйте с семьей. Все, вот так я ставлю решетку. Потом, значит, буду мед убирать. Все, и потом я следующее покажу, как они уже, я буду их ставить на маленькие корпуса в зиму. Но это примерно будет где-то через 2 недели, потому что я сейчас скачаю у них весь мед. Все, что вот это будет готовиться, это катавасия, 2 недели длится с этим медом, да. Вот. Вара, уйди. Вчера ужалили ее за глаз. В общем, почему я вам еще хочу так заострить? Обязательно носите маски. Но если собаку ужалила, фегает. Но ребенка может тоже ужалить. Не ходите на пасеки. Вара, уйди, сейчас тебя ужалят. В общем, сейчас закроют, они ее покусают. В общем, такие дела, да? Если будут вопросы, пишите. Я, конечно, неопытный пчеловод, но я говорю, какие могут быть ошибки. Всем пока!